Мир вам, братья и сестры! Я очень рад приветствовать вас любовью Господа Иисуса Христа и благодарен Богу за то, что у нас есть с вами духовное общение. Мы с вами друг друга поддерживаем, меня своими комментариями, я стараюсь делиться с вами словом, которое дает мне Господь. Вы знаете, что у нас сложное время, у нас идет полномасштабная война, однако никто из нас не уехал отсюда, и все мы остались здесь для того, чтобы служить Богу здесь, на Украине, в сложное время, а также людям, которые тоже находятся здесь в это время. В прошлом году мы не надеялись, что будем проводить снова летние лагеря для неверующих семей, детей, неверующих родителей. Однако начали звонить мамы и спрашивать, будет ли лагерь в этом году. И мы решили, что, наверное, хоть будет 10-15 человек, мы все равно проведем лагерь. И мы провели в прошлом году лагерь. И оказалось, что это был самый полномасштабный лагерь за всю историю нашей церкви. 150 детей из неверующих семей пришло в лагерь, что нам было даже тяжело их всех вместить. Но по милости Божией все прошло очень благословенно. Мы кормили их, мы делали все это бесплатно, и родители снова звонят и снова спрашивают, будет ли в этом году. Да, мы в этом году делаем лагерь, но немного по-другому, мы делаем две смены. Одна смена для малых детей, а вторая смена для подростков, потому что всех уже вместить нас не получается за один раз. Если вы хотите поддержать это служение в сложное для Украины военное время, вы можете донатить. Я думаю, что если появится желание в вашем сердце, вы сможете помочь нам финансово, и реквизиты будут снизу этого видео. Да благословит вас Господь. Мир вам.